Сегодня в Пятигорске завершился молодежный северокавказский форум «Машук». Участие в нем приняло более 2000 ребят со всего Северного Кавказа, других регионов России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. Особенностью нынешнего «Машука» стал визит Владимира Путина, который высоко оценил и сам форум, и проекты, предложенные его участниками. Кроме главы государства, в этом году «Машук» посетило 30 VIP-гостей, известных политиков, актеров и спортсменов, которые в общей сложности провели для участников 263 тренинга, более 50 мастер-классов и несколько массовых квестов. Карачаево-Черкесию на форуме представляли 200 ребят, из которых 150 поучаствовали в грантовом конкурсе на лучшие социально-ориентированные проекты. Имена обладателей грантов станут известны чуть позже, но уже сейчас ясно, что сам форум в очередной раз прошел на ура. Последний раз я на таком мероприятии, типа форума, лагеря, в который нас отправляли в детстве, я был 8 лет назад. И, честно сказать, в то время я не любил все эти мероприятия, но... Я приехал на Машук, познакомился с людьми с разных республик, их было очень много. Машук меня удивил, он мне очень понравился, если честно, потому что тренинги, люди, там, альтернативные площадки, на которых мы могли проводить свободное время, та же самая защита проектов и возможность продвигать свое и после этого зарабатывать на этом, приносить пользу другим, это на самом деле, я считаю, очень хорошо.